видископ. У нас сейчас уже возникли вопросы по плавательному бассейну в Купаве, который был отреконструирован за государственные деньги и который, на наш взгляд, еще нуждается в очень большой доработке со стороны тех людей, которые взяли за это деньги. И мы видим свою ответственность все-таки ставить вопрос перед местными органами самоуправления по вопросу тому, что будьте добры, доведите до конца, поскольку если этот бассейн, когда этот бассейн заработает на полную мощность, мы понимаем, что тысячи детей обретут будущее на ближайшие 30 лет еще находиться в нашей системе, расти и так далее. Поэтому задача федерации занимать свою позицию, но позиция эта является общественной, и это тоже практически один из таких примеров практических дел. Витископ. Спортивное видео.